Ну что, дорогие мои друзья, сейчас я буду вам играть на пианино, петь, и будем мы с вами прекрасный вечер проводить, и разговаривать, и смеяться, и шутить, и серьезные темы обсуждать. И вот такая я, Лена Летта, из интернета. Вот, и прошу, вот, ребят, прошу мое пространство, мою жизнь уважать, и не казнить меня, не гневить Бога, не оскорблять меня за мой внешний вид, какая я. Это, кстати, у меня шорты такие. Чтоб вы поняли. Это я в шортах такая девушка. Мадемуазельшка такая. Это шорты. Можете не беспокоиться. Это ни в коем случае не трусы. Это такое у меня платьице, такой комбинезончик. Вот. Так что всех моралистов, которые с моралями пришли мне морали читать, моралистов попрошу удалиться к своим семьям, к своим деткам, к своим мужьям, к своим женам и не учить меня жизни. Я не замужем, я в разводе. Я могу себе позволить быть самой собой, вот такая, как я есть, вот такая вот Лена. Лена Летта из интернета. Вот пришла с пляжа, и у меня такое хорошее настроение. И я вам сейчас сяду вот и сбацаю вам просто музычку такую. Это такая красивая штучка, такая лампочка, подсветочка такая. Вот такая вот она, да? Вот, я не знаю, видна я вам.